В эти минуты в Исетском районе проводят День Уральского поля. Там собрались аграрии со всех субъектов федерального округа, в том числе и северных территорий. Всего сегодня ожидают прибытия порядка 500 гостей. Для них развернули 30 стендов разной тематики. Открылась выставка сельхозтехники, на ней представлено около 100 машин. Кроме того, участникам покажут новые сорта различных культур, высокой урожайности и устойчивых к неблагоприятным климатическим условиям. На месте находится и наша съемочная группа. Подробности, а также прямое включение с места событий смотрите в следующем выпуске ТСН в 14:00 на телеканале «Тюменское время».